Ту-160. Российский стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стрелобильности. Был разработан в конце 20 века и сейчас является самым скоростным и мощным бомбардировщиком в мире. Среди стран НАТО он получил прозвище «Блэкджек», а в России – «Белый лебедь». В 60-х годах 20 века СССР делал ставку на межконтинентальные ракеты, в то время как США сосредоточились на развитии мощной стратегической авиации. После появления у американцев реактивного самолета Б-1 русские начали разрабатывать свой сверхзвуковой стратегический бомбардировщик. Этим самолетом стал Ту-160. Четыре двигателя НК-32 суммарной тягой 980 кН позволяют ему достигать максимальной скорости в 2200 км в час. В топливные баки, расположенные на крыльях, заправляют 179 литров топлива. Длина самолета 54 метра, а размах крыльев варьируется от 36 до 56 метров. В зависимости от скорости, крыло может изменять свою стреловидность. В игре Modern Warships на борту установлены ракеты Х-555 с барабанным заряжанием и ракеты Х-101 с ручным наведением на цель. В бомбовом отсеке корректируемый КАП-250, а также атомная бомба. По совокупному вооружению Ту-160 превосходит любой ударный самолет в мире. А в нашей игре вы сможете бесплатно забрать его в июньском боевом пропуске. Кстати, именно этот игрок получает себе VIP-пропуск за комментарий под прошлым видео. Если вам приглянулся Ту-160, также напишите в комментариях, чем именно он понравился вам больше всего. Трое счастливчиков получат себе этот самолет на аккаунт. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте поставить лайк. С вами Тури. Мы увидимся очень-очень скоро. Кстати, на этих выходных у нас на канале будет проходить зажигательный турнир. Так что ждем тебя на эфире в субботу.